В этом году Кумертау будет присвоен статус территории опережающего социально-экономического развития. В будущем это позволит получить льготы на страховые и налоговые взносы. Статус успешного муниципалитета привлечет инвесторов и позволит улучшить экономику в целом. О перспективах развития городских предприятий после получения городом статуса ТОСР в своем выступлении на заседании комиссии рассказал глава администрации Борис Беляев. ТОСР предоставит резидентам возможность ускорения инвестиционной окупаемости, позволит увеличить налоговые поступления в бюджет всех уровней и создать более 200 тысяч новых рабочих мест. Документально это огромнейшая цифра, 200 тысяч новых рабочих мест, потому что, если судить по центру занятости, у нас 400 человек центр занятости. Неформальная занятость, но тоже существует, но она не такая уж высокая. Но поэтому 200 тысяч человек нам очень сложно будет найти. Нам придется работать со студентами, с выпускниками вузов и с теми людьми, которые уехали за пределы города Кумертау, то, что вернулись и нашли тут свою нишу. На сегодняшний день в городе ведется работа по подготовке инвестиционных площадок. Заместитель министра финансов республики Наталья Калугина отметила тот факт, что в городе Кумертау управленческая команда проявляет максимум усилий для решения экономических и социальных проблем. Руководители городских предприятий также занимаются формированием успешных производственных проектов. Как выходить из этого положения завода? Способ только один. Закрытие в 2016 году наших долгов по гособоронзаказам 2015 года. Это 16 вертолетов. Выполнение в 2017 году досрочно всего гособоронзаказа. Плюс продажи вертолетов из незавершенки. Их у нас на сегодняшний день почти 5 миллиардов рублей. Активно реализуют производственные проекты городское предприятие «Маслоэкстракционный завод». С докладом о показателях на предприятии и итогах инвестиционной работы выступил директор завода Владимир Емелин. В этом году на 1 июля создано 85 рабочих мест. Строительство транспортного цеха планируется в следующем году. Цех рафинации будет построен в 2018 году по плану. Итоговая сумма инвестиций на строительство мыса 5,8 миллиарда. И будет создано 520 новых рабочих мест. По итогам совещания были определены основные проблемные вопросы в экономической и социальной сфере города и выбрано несколько направлений деятельности для управленческой команды и руководителей городских предприятий в улучшении и развитии финансовой стабильности муниципалитета. Город Кумертау – это та территория, которая действительно может стать территорией опережающего развития. Город, в котором грамотная управленческая команда, которая ведет за собой, с которой можно идти действительно к развитию. Это люди, которые ставят перед собой амбициозные цели, добиваются этих целей. Действительно, реально виден прогресс, видно, что город развивается, становится краше и комфортнее. Очень порадовало, что люди на улицах улыбаются. Может быть, это тут, конечно, и погода способствует. Но я думаю, что в первую очередь это комфортные условия жизни.